Йоу, ну вот и началась атака. Давайте смотреть, что мы там наатакуем. Поехали атаковать F1 и смотреть, что у нас там по рангам. Вот, 2385 у кне. О, мы уже тут первые, ничего себе. Круто, круто. Ну давайте смотреть, сейчас мы проатакуемся и посмотрим, что из этого всего получится. Это прикольно. Едем, едем. Сейчас посмотрим, сколько мы с этого получим. Так, у Yellowstone 2200, 2300. Сейчас посмотрим, сколько мы тут соберем. Так, мы заехали. Отлично, смотрим, победа. 7980, убийство. Прикольно. Гусбург 9200 получил. Ничего себе, у него что, такой мощный отряд? У меня типа такой этот... Дохленький? Вы хотите сказать, что ли? Бонусы у меня есть. Давайте попробуем разведку еще кинем. Интересно, это как-то отразится. Это розетка, разведка. Так, разведка. Поехали атаковать. Ну, мы нормально так уже набираем очков-то. Ну, ничего, сейчас посмотрим. Гузбр. 9283. Давайте посмотрим, что у него там по боевым выжившим у Гузбра. 79, 79, 76. А чё, почему он тогда больше очков, чем я, набирает? 79, 79, 76. Он не может больше меня набирать. Это логично. Так, ладно, мы заехали второй раз. Ну и столько же мы очков абсолютно получили. Если я займу третье место, то это будет, в принципе, очень даже хорошо. Ладно, сейчас проатакуем 10 раз, посмотрим, сколько мы очков с этого всего получим. Что ж, сделал я свои 10 атак, потратил я 50 выносливости, то есть, грубо говоря, по 5 выносливости на атаку используется. Все, больше атак я совершить не могу. Что по рангу? Рангу я буду третьим, потому что Little Dog нанесет однозначно больше, Гузбр тоже почему-то наносит больше, у него по 9000 с атаки, у меня по 7000. И здесь вы можете посмотреть, сколько вы нанесли. 7900, вот 7800, 7900, 9600, 9100, 8600, 8888, по 8000 в основном у меня везде идет. То есть, в принципе, среднее что-то ближе к 8. То есть, я использовал, соответственно, усилители все, плюс бонус к атаке, плюс бонус к защите, безрассудную ярость. То есть, максимально все, что мог. Все, я совершил 10 атак. Все. У клановым. По клановым мы пока еще набираем очки, но я думаю, мы займем первое место. Первое место среди кланов по 50 штучек и по 1000 кристаллов. А потратили мы, заметьте, всего 50. А здесь у меня будет третье. То есть легендарные медали. Итого, быстрее всего, я получу дополнительно 80 легендарных медалей. И я считаю, что это мега круто за то, что вы, ну, не сказать, что много чего-то там прямо делаете. Что у нас за эти 2 часа на онлайн? Давайте посмотрим. 52 человека поучаствовало на данный момент. Я считаю, что это очень-очень достойно. Очень хороший онлайн, к тому, что только это событие только началось, всего лишь 10 минут прошло. То есть вот такие вот показатели.